Так, а где Ливия? Ливия не будет купаться. Все, зовите ее, кто-то сбегайте. Сказали, позвонили. За Руслиной? Позвонили, сказали заходить к ним. Крикни, вон этот, Тарасику крикни. Задержка была. Пошли к Устине мы играть. Она играет на там на пианино. И оказалось, что там ребенок маленький спит. Ну я выговорил, что из-за ребенка разве можно ритм жизни менять? Этого не делает ни у мусульман, ни у японцев, ни у кого нет такого. И у нас было дома 10 детей. Никто этого не знал, как живут и живут. И даже не знали, прежде есть дети или нет. Видишь как? Где? Алло. Идет. Где она? Идет. Идет. Вот она Ливия выходит. Три поклона. Устину позвонила Ирина, что ребенок уже не спит. Во, кто идет? Это что, домой пошел? Ну, ну-ка, повернись головой-то. Да у него шапка-то какая, ЛДПРовская, а? Ну ладно, иди. Я Володя снимать начал и повернулся. У него-то лучше получается, чем у меня. Вот сейчас иду я к Устиновым. Ливия идет позади. Каждый день она ходит и играет на пианино, чтобы не потерять навык или как сказать. Ой-ой-ой, тут камни на дороге, я босиком иду. Дом из бревен. Готовится крышу, видать, перекрыть. А это пошли на южный. В прошлом году новый пруд заложили. Ну, еще углублять надо. Был бы драглайн. Дело такое. Ну, у нас возможности такой нету. Вот тут Устинова, Владимир живут с Валентиной. Улица нашей матери, название. Живут рядом сын Андрей, с той стороны другой сын, а он с той стороны третий, Иосиф, а тут Алексей строит дом.
Коля, добрый день. Решили тут снять урок. Ой-ой-ой, молодец какой. Ой. Ну, все, тихо, тихо. Что тут? Вот так. Лучший вариант был Володя. Вот. На улице тут квас стоит на солнышке. О, добрый день. Добрый. С миром. Кто тут у нас? А? Ну ты пальчик-то вытащи. Добрый день. Дай-ка свет. О, какие у них тут постели шикарные. Иконостас. Андрюша мастер, сам все делает. Пока не играет, я тут посмотрю.
Thank you.
Спаси Христос. Помогите ее, Господи. Спаси Христос. Наши пошли купаться. Ты не пойдешь? Нет. Ну все, тогда. Еще один тут молитва слов. Это изображен хозяин дома. Старинные рубахи, конь. Там Ирина сидит, венец у ней на голове из цветов. Это пристроили так. Пошел. Спаси Христос. Неохота уходить. Я глухой, ничего не понимаю. А музыка, ну, просто совсем другим делает настроение. Видно, что человек, когда писал, он много переживал. В звуках таких выразить состояние души. Помоги, Господи. Это у них кухня. Вот так.
решили тут записать, потому что у нас есть зрители, которые хотят увидеть, как тут. Из Канады должны приехать четверо, и у них дочь Лиза. И спрашивает, есть, нет у них тут пианино. Ну, я говорю, есть, есть кому. Ну, помочь даже может. Ладно. Ну, еще. За столом-то без платка. Девочка же, надеть платок. Ну-ка, надень платочек. Беги за платочком. Где платочек у нее? Ну-ка. Сейчас она платочек наденет. Где он платочек-то? Нету? Нету платочка. Мама, платочек найди. Сейчас найдут. Сейчас найдут. Сади и съешь, я не буду мешать. Куда-то у меня фуражечка делась. Ливия играет. Загуляева Ливия Александровна. У нее более 100 наград. Престижных таких конкурсов по России, видимо. И первые места все занимала. Вот Тарасик. Тот. Под окном еще послушать. Тарасик играет на гитаре. Вторая девочка играет на скрипке. Я не знаю, Агния на чем. На скрипке еще какой-то. Все на разных инструментах. Видимо, это так нужно оркестр составлять. Это не 7 Симеонов. Захватывать не будут самолеты. Люди верующие, православные, члены нашей крестовоздвиженской общины города Барнаула. Сегодня вот решили заснять. А пришли, а тут приехали гости. Мой племянник Василий Лапкин с Фрунзе. Ну, он маленько подальше там где-то живет. Это жена его Наталья. И девочку привезли. А две девочки у нас там отдыхают. Сейчас ушли купаться. Валерия и София. Хорошие девочки. Спрашивай, какие оценки? Все пятерки. Ну, их видно, я называю востроглазые. Лесенки, пускайся. Вот так. Это Алёша строит дом.
Это три брата, посередке родители. Три брата. А их сколько? Шесть братовьё. Это мои племянники. Никитин дом. Володя, это Павлов бывший. Идут в Корчино, линии передач. Вот. Здесь вот трансформаторная будка. Она прямо наружу стоит. Вот это вот. 10 тысяч вольт. Так говорят. Очень и очень хорошо. Вот бабочки летают, трава не в пояс, выше, трава по пояс. Тут выше, намного выше, почти в рост человека. Земля очень плодородная. Вот я сейчас подойду и покажу, где трава, вот она растет, какой высоты. Но это отдельное. Ну, у меня 1,72 м. Да, 1,5 метра будет. Вода рядом, вода прекрасная. Видимо, в этом синем. Там отдыхают или спят.